Так. Давай попробуем. А, я даун, я понял. Так, что у нас, ребятушки, по пиле? У нас снова пиле, у нас... У нас соло пиле идет. Закупимся, как в предыдущем. Мне, в принципе, все понравилось. Не навсегда покупка Dead Cells отменяется. Все понятно. Но неизвестно, сколько времени Кортекс пройдет. Но жалко, жалко, что ты мне не купишь Dead Cells, конечно. Спорить ему тут это агрессивный еще перматч подаришь. Конечно, подарю. Она без звука смеется, лол. Это баг? Она не смеется. Спасибо за подписку на арте. Рэг Колин, спасибо за подписку. Добро пожаловать к нам на канал. У Пеле есть хоть какая-то отсылка к футболисту Пеле или хоть кофе пили? Нет, конечно. Потому что они никак не связаны. Кайфный смех. Так, ребят, подпишитесь на YouTube, пожалуйста, кто не подписался. Ей нужно лайк поставить обязательно вообще. Видосики у нас часто выходят, все дела. Эмир. Здорово, Эмир. А, вообще не отбавилась. А какую мне началку покупать для джанглера, которая для бафов? И что я с ней буду делать? Бафы бить? Как он больно бьет-то мне, охренеть. Так, ребят, мне уже Айзек, если честно, немножко понадоел. Кто мне Dead Cells купит, признавайтесь, в стиме? 350 рублей, это... Может, у кого-то есть. Наглость не знает границ, но... Да не хочу я скачивать, блин, пиратку, алё. Я чё, пират тебе, что ли? Не привык я так, я пиратка у меня была, типа, не понравилась мне. Она багованная, во-первых, была у меня почему-то. Да ёб твою мать. А, хорош, ты по мне бьешь, а не по крипам. Я тебя понял. Я тебе понял. Он достал. У Пеле был баг, которым пользовался Инкан. Когда она начинает использовать Рэпшн, она может блинкнуться. Прикольно. Возьмем арты на бордаж. Блин, а он меня если заморозит, он меня убьет, наверное. Он по мне гораздо сильнее бьет с руки, чем я по нему. Это очень странно. Огонь против льда, кто кого? Ну не знаю, но в Ирли я ему вообще ничего сделать не могу. Блять, я даже щит не успел.
Она не видела или что? Случайно включил, выключусь. Как ее выключить? Так. You rock. Follow your heart. Опять у нас, блин, джанглер. Он просто не видел или что? А, ну он же не Немезида играет, она же слепая. Блять, Эмир. Может, это пофиксили, может нет, может это фишки, но смотрите, как баг. Не, не буду пробовать. Да сейчас пойду, сейчас пойдем в ранкет. Я просто хочу посмотреть пиле, как играется, и все. Хотелось бы, конечно, в джангле ее проверить в конце-то концов уже. Ну просто это глупо. Зачем он просто... Он просто взял и забрал мой... Типа полностью вейв. Полностью вейв забрал. Зачем? Потом такие люди пишут. Вот ты проиграл типа соло. Но единичка бьет больно. Вот ты странный человек, Кортекс, я вот тебя поражаюсь. Ты что, мне выйти, в смысле, сейчас ливнуть с катки и пойти в ранкет или что? Я же сказал, сейчас пойду. Упал, смотри. Больно бьет, конечно. Тупо доходящий. Так. Да, бьет очень больно. Лесные крипы лучше всего чистить с тройкой. А на PS4 добавили бога. Слушай, я вот не знаю, вышел у вас этот или нет. Так. Давай попробуем. А, я даун, я понял. Хорош. А если бы ультой попал, раньше бы убил. Держу в курсе. Не, обычно не так. Сейчас поменяли немножко. Чисто шилд спас и все. Что ты здесь делаешь? Почему ты воруешь мой опыт? Я просто не понимаю. Знаете, что нужно было собирать? Нужно было собирать Transcendence. Вот что я думаю. Что он собирает? Он уже деф собрал, я понял. Сейчас умру, сейчас умру.
Ай, блядь. Enemy missing middle. Your middle enemy tower missing right. Your right tower is under attack. Блин, был бы у него не деф, а сапог. Но хотя он тогда бы бил бы сильнее, не знаю. Здорово, здорово. Да, пока смотрю. Да ёб твою мать, а. Лезу точно под гидру. Редкий случай, когда арт там... Арт прям... Блин, жрать захотел. Пол хп, блядь. Кайф, стена. Как тебе пиле? Да нормально, ребят. Вот вторая катка только на ней смотрю пока. Выглядит круто. Хочу посмотреть, что так будет. Здорово, здорово, лорд Ковин. Нормально, пока смотрим, пока смотрим. Пока непонятно, ребят. Я не знаю, в чем ее, так сказать. Почему она ассасин? Просто пол хп он меня снес. Не, пока ничего не слышно. Он меня, блядь, сейчас убьет. Да сколько урона-то, алло. Господи, с кем я играю? Я не знаю. Enemy missing right. Enemy's in middle lane. Be glow. Is no problem. Okay. Attack right lane. Enemy missing left. И мир там или ушел? Вот они же не скажут мне, до конца не скажут. Там все отлично. Отлично. Трипл? Трипл это очень хорошо. Кого бафать? Пиле? Ай.
Не успею. Успел. Но в чем сложность? В чем сложность сказать? Мы всех убили, они не вернулись. Короче, я думаю, то, что мне нужно вот это и вот это. Блинк, не нужен блинк. Я не пойду направо, нет смысла. Во-первых, я его не убью, потому что у него уже два дефа. Во-вторых, мой джанглер всегда афкашит. Ну, афкашит в плане дуо, он не идет туда. И иду на... и иду. Ну, вы поняли. Я надеюсь, они не сдадутся. Если они сдадутся, я не успею ее влить и посмотреть. Да, на мид отдефали уже хорошо. Я просто в шоке. Вот Афина куда пошла? Сейчас, ребят, сейчас посмотрим. Дабл. Трипл. Нормально, нормально. Потому что криво я стримлю. Это ж, ну, легко догадаться. Я запустил стрим. Не будут никто смотреть на пиле, если я буду бесконечно пиле играть. Одну тысячу очков. Я, блин, ну, у меня так мало их, что просто капец. Думал, поздно будет собирать трансценденс, но он уже настаканный. Ступит энеми. Шестьдесят одну тысячу очков. Ты жесть, сколько наиграла. Ну вот плюс 5 с Москвой разница, я почти всегда играю одна. Тоже не особо интересно так играть в командную игру. Ну блин, нужно поискать себе. Не у тебя же одной плюс 5 по Москве.
Немир, кстати говоря, неплохо играет. Окей. Обратку можно было не юзать, кстати говоря. Ну, короче, чё по пиле? По пиле. Прикольно. Я думаю, пиле будет дикая синхра с Артио. Видимо, от этого и токсично. Разве на ульт крит работает? Я не пойду через крит. Я... Но если он работает, то это прикольно. Немезида хоть ворды покупать? Я не думаю. Давай, братан. Сейчас сурендерить буду. Все, он исполняет. Мы бы успели еще одного феникса убить. Не, клана нет, ребят, клана нет. Окей, окей, понял. Я просто не совсем еще разобрался с тройкой. Ну, в таком билде урона очень много у нее, конечно. Не знаю, как в обычном для... Ну, хотя это обычный для ассасина билд. Кроме трансценденса, что... Ой. Братан, ну не надо. Тут варк, что ли, стоит, я не пойму. Bye-bye. Да, до глубокого лейта мы, конечно, ее не увидим, но, блин, пиле классная. Нужно будет выложить, наверное, этот видосик, чтоб ребята заценили. Пока все круто, пока все круто. Изи каточка, так что лайк поставите и подписочку нужно будет оформить, ребят.